случае вырубается вот именно сетевой фильтр, да? Что-то не так. Я думаю, что не хватает, наверное, все-таки емкости аккумулятора. Включил розетку сетевого фильтра обратно в розеточку в сеть. Да, от сети котел работает как и положено. Ну, видимо, все-таки ему не хватало, я так думаю, емкости аккумулятора. Итак, друзья, у кого есть новый аккумулятор и кто купит себе такой вот замечательный по первым впечатлениям инвертор, пожалуйста, пишите комменты, запускали ли вы от него котел. У меня, увы, аккумулятор, видимо, этого не позволяет сделать. Итак, друзья, позвольте подвести итоги моего видеообзора. Инвертор, купленный на Озон.